75 дюймов. Это прям огроменный телевизор Xiaomi. Оценили в 1150 американских долларов США. С вами канал Техноум. Поехали. Компания Xiaomi сегодня в Поднебесной, то есть в Китае, представила новый телевизор из серии Mi TV 4S, главной фишкой которого является 75-дюймовый дисплей. Представьте такое, что вы покупаете его бабушке, и бабушка говорит: сыночек или внучок, или кто-нибудь еще, купи мне телевизор. И вы покупаете это громадное 75 дюймов. У бабушки просто стены такой не хватит, чтобы повесить такой телевизор. Ну ладно, в телевизоре используется 4K LCD панель с поддержкой HDR с минимальными рамками по краям дисплея. То есть все тут будет чики-пуки, это и так понятно, потому что сейчас в 2018 году, конец и начало 2019 года, компания Xiaomi не будет выпускать говно. Кроме того, устройство оснащается 4-ядерным 64-битным процессором. Ну прям вообще пуля. Скорее всего, это будет AMOLED 6-го поколения, который дополняется 2 гигабайта оперативной памяти и 8 гигабайт встроенной памяти. То есть почти как телефон. Сейчас, даже на конец 2018 года, некоторые компании, не будем говорить какие, то есть там Alcatel, всякие даже LG, выпускают такие телефоны. Так что можно сказать, это полноценный телефон. Ложите его в карман, правда, не во все карманы он влезет, и пользуйтесь им как телефоном. В наличии беспроводной модуль Wi-Fi и Bluetooth, то есть прям тоже пушка. И сейчас очень странно делает компания Samsung в 7000 серии 2018 года. У нее нету Bluetooth модуля. Представляете, на телевизорах? Я не знаю, даже у Tamagotchi есть Bluetooth модуль. Телевизор поддерживает DTS HD и Dolby Audio для улучшенного звукового сопровождения. То есть тоже будет бабахать, соседи будут прям подпрыгивать. А также оснащается встроенным голосовым помощником. То есть, не знаю, каким помощником он оснащается, но какой-то будет. Посмотрим, какой. TV работает на операционной системе Patch Wall. Не знаю, что это за система. Первый раз слышу, если честно, о ней. Но она обеспечивает доступ к более чем 500 тысячам часов контента. То есть 500 тысяч. Представьте себе, вы даже за всю жизнь не пересмотрите эти 500 тысяч контента. Прям Санта-Барбара какая-то. В продажу в Китае телевизор поступит 23 ноября по цене около 1152 доллара. Ну, то есть 2 доллара могли бы уже и убрать. Но китайцы жадные, китайцы за 2 доллара лучше купят себе пальто. Ну что же, кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.